Давайте я здесь посмотрю. Ну а как здесь посмотрим? Легко, принесите, я посмотрю. Здорово, Санек. Здорово. Да, 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 да. У нас всего дохуя перебора, производство упало. Сань, слушай, я сейчас с гаишниками разбираюсь. Давай попозже, позвони мне. Добрый день, кто-то произвел. И где скорость? 102 километра в час. Ага. Хорошо. А где стоит прибор? В населенном пункте. Вы уверены? Да, я уверен. А я нет. А кому я их передаю? А? Кому я их передаю? Инспектору ДПС. А как вас зовут? Я уже представился. Ну, документы ваши можно тоже? А? Ваши документы тоже можно посмотреть? Конечно, можно. Давайте. Так. Федоров Петр Владимирович, инспектор ДПС. До 11 апреля 2011 года. Это куда-то выпить? Да, замечательно. Да, за данное нарушение составляет постановление штраф от 1000 до 1500. Превышение от 40 до 400 километров. Ну что ж. Вы согласны с нарушением? Нет. Почему? Потому что у меня нет данных на прибор. Никаких. Нет, давайте здесь. Я же имею право. Чего вы имеете право? Ну, не выходить из машины. Да, вы имеете право. Давайте я им воспользуюсь. Да? Ну, я имею право также показывать. Они у нас там приклеены. Ну, это не мои проблемы. Да? Конечно. А чьи? Ну, того, кто приклеил. Да? Ну, я верю. Так что давайте посмотрим все документы на приборы, и после этого будем что-то оформлять. Да? Конечно. Спрошу. Давайте. Не могли бы вы нам спеть какую-нибудь пьесу? Сделайте одолжение. А, ушел, да? Хотя у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, но... Конечно. Что на нашем молодом горе? Две горячие слезы. Дальше не знаю, прервал Швейк. Если желаете, споем... Ты ушел. Дальше тоже не знаю, как мы шли. Знаю еще первую строчку из «Где родина моя?». Что вас конкретно интересует на данный прибор? Сертификат поверки. С чем сравнить, пломбы, все, чтобы было так положено. Чего? Ну, пломбы там, как это все выглядит. А-а-а. Да. Поехал, покажу. Нет, куда мне ехать, зачем? Вы хотите, ну, замечательно. И с чем сравнить? А с чем сравнить? Ну, надо прибор. Вам по почте приходит, вы тоже просите пломбу, да, показать документы? По почте этим занимаются мои адвокаты. Каким он, какой? Мой? Да? Конечно. Можно с собой возить тоже. Давайте. Адвокат? Нет, тема такая. В любом случае, этим делом все равно будет заниматься адвокат, но я потребую, чтобы все это было согласно закону. И раз уж... Согласно закону. Ну давайте, с чем сравнить? Давайте я сравню. Пломбы, чтобы все было, чтобы вот этот номер совпадал с номером прибора. Вы? Я нормальный человек, поверьте. Нормально? Конечно. Ну тогда можно как-нибудь нормально подходить к этому, как, когда вас останавливают. Я что-то начал грубить, курить? Тоже, нет, я не говорю, что мы тоже люди, мы тоже можем понять. Если вы устали, если у вас нервы ходят. Нет, у меня я не устал, у меня не подняли нервы, я просто... Просто этим вы напрягаете и нас, грубо говоря. Так, и себя, да? И себя. Хорошо, чем я себя напряг? Я не знаю. Ну, давайте так. Покажите мне человека, который мечтает заплатить штраф, и я пожму ему руку. Вы подойдите, скажите себе нормально. Мы тоже люди. Мы тоже люди. Мы тоже можем понять,
войти в чью-то... Хорошо, давайте это, так. Как бы говорится, это не грубое нарушение, это не изымается за данное нарушение водительское удостоверение. Ну, поэтому еду на грани фола. А? Поэтому, возможно, и едем на грани фола. Не торопитесь. Надеюсь, на вас повлиял наш бесед. Более чем.